Здравствуйте, друзья моего канала. Хочу вот с вами поделиться таким вот небольшим опытом. У меня есть такая штучка, которая будет удобна для тех, кто занимается какими-то мелкими ремонтами, в которых маленькие есть там запчасти всякие. Эту штуку я сделал из обычного баллончика из-под краски. Обрезал я его вот так вот, ну, произвольно, там 40 миллиметров. Здесь понадрезал и изогнул, чтобы он не острый был. И дополнительная жесткость плюс. Вот, вот такая вот. Вот здесь вот маркировка, вы видите. А внизу я кинул магнитик вот такой вот. И это такая вот тарелочка. Она стоит себе на столе. Кушать не просит. Но вот, например, я разбирал вот этот вот китайский такой вот удлинитель. Он был раньше с вот таким вот. Ну, это не важно, короче. А я хочу сделать его, чтобы был с вилкой. И вот сюда вот можно вот так вот, таким образом, просто ложить, чтобы никуда не укатились шурупчики. Они никуда уже не денутся. Также можно таких баночек 2 или 3 лучше скрепить между собой болтиками или проволочкой. И чтобы они на столе стояли, в одну кидать, например, болтики, в другую шайбочки, в третью граверки, чтобы не путались. Ну вот так вот. Я думаю, это очень удобно. Не надо ни тратиться, ни покупать. Такие тарелочки, они продаются, конечно. Ну а так, с любой баночки. Размер может быть произвольный, можно больше, можно меньше. Разные. Вот, вот такой вот вам совет. Пользуйтесь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ралик. До свидания.